инфекционная больница будет вестись реконструкции корпусов, а также реставрация Вальховского корпуса для сбалансированного расходования этих средств, а также для того, чтобы не прерывать лечебный процесс. Мы для этого разбиваем как раз Вальховский корпус на реставрацию фасада и крыш и ремонт именно внутренних помещений, связанных с технологическим процессом лечения, так сказать. А сегодня есть уже, как говорится, дорожная карта, что называется, и финансирование этих работ? Да, на сегодняшний день кредитный договор подписан. У нас уже сегодня проведены торги по трем корпусам. Готовятся договорные взаимоотношения, то есть договора готовятся, планируется первые договора подписать после 29 числа и получение, соответственно, после подписания договора разрешения на выполнение работ. Первыми у нас идут реконструкция прачечного отделения, пищеблока под боксированное отделение. После этих работ появится порядка 40 койко-мест боксированных отделений, в которое можно будет частично перевести детское отделение и приступить к работе в детском отделении, а также в Вальховском корпусе. Также параллельно будут вестись работы по полной замене инженерных сетей на территории, а после этого уже мы приступим к благоустройству. Частично были заменены теплотрасса, а сейчас мы полностью заменим водопровод, канализацию, проведем новую ливневую канализацию, также заменим сети электроснабжения к этим корпусам. Лето – это пик инфекционных заболеваний и работы, не влияет ли на работу учреждения как лечебного? Вот как раз этот вопрос мы обсуждали с главврачом и получили пока что добро на ремонт этих помещений. Все остальные мы будем согласовывать однозначно с руководством больницы.